Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как устройство Xiaomi Mi 10T Pro подготовить к использованию. Вот вы достали ваш телефон из коробки, включили его, видите данный экран. В первую очередь нажимаем здесь на стрелочку, затем выбираем язык, давайте выберем русский, чтобы было понятнее. Затем нажимаем далее, затем выбираем ваш регион, к примеру, Аргентина. Затем вам предлагают подключиться к интернету, но если же у вас в вашем окружении не нашлось ни одной открытой сети Wi-Fi или же вообще никакой сети Wi-Fi, вы можете пропустить этот шаг и подключиться к Wi-Fi позже. Затем вам нужно принять условия политики конфиденциальности. Затем вам предлагают вставить сим-карту. Если же у вас нет сим-карты при себе, вы можете пропустить этот шаг и засунуть сим-карту позже. Следующим шагом сервиса Google, по желанию можете их оставить, по желанию можете их убрать, но в любом случае вам придется принять условия использования и политику конфиденциальности Google. Затем вам предлагают установить блокировку устройства, но вы можете пропустить этот шаг и сделать это позже в настройках. Затем идут всякие дополнительные настройки, типа доступ к местоположению, программа улучшения качества, данные диагностики. По желанию можете оставить все эти функции, по желанию можете их убрать. Это все индивидуально. И нажимаем далее. Затем выбираем тему, классика или безграничность. И настройка завершена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.